Анонс и точка до выхода пятой серии нового сериала «Макс и Гусь». Пятая серия сериала выйдет на интернет-площадке Wing 10 августа. Ранее в сериале мы увидели, как Макс, который раньше был простым капером, работающим на дядю, превращается в бездушного негодяя, полностью лишенного принципов и морали. Его будущее – это удачная преступная карьера, где он управляет незаконным букмекерскими конторами, ночными клубами и наркобизнесом в Пензе. Таким образом, аудитория видит, как главный герой меняется из обычного, но достаточно решительного парня у местного пензенского босса. Ему предстоит преобразиться, прежде чем он будет контролировать клубы, незаконные букмекерские конторы и даже наркотрафик. На пути двух друзей будет больше приключений, чем можно представить. Они будут разрешать конфликты с родителями, разбираться в романтических отношениях и попадать в неприятности. Иногда эти неприятности могут быть опасны, как минимум. Они оказываются в стрельбе в роскошном ресторане. Пятая серия сериала выйдет на портале Wing 10 августа. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.